Друзья, всем привет! Сегодня будем делать химический фокус, будем превращать металл в медь, ну, естественно, визуально. Для этого у нас все есть: медный купорос, антисептик, дистиллированная вода, электролит. Также нам нужен какой-нибудь обезжириватель. Ну, у меня бензин-галоша, подойдет любой другой. Также нам понадобится пищевая сода. Ну и весы. Сразу говорю, идея это не моя. Подсмотрел у наших блогеров. Ну и решил проверить, что это за чудо чудное. Первым делом в пустую тару нальем 450 грамм дистиллированной воды. Ну, плюс-минус 3 грамма. Ничего страшного. Затем нам нужно засыпать медного купороса 100 грамм. У нас как раз пакет упакован 100 грамм, поэтому взвешивать нам не надо ничего. Все это хорошенько нужно переболтать. После того, как перемешали медный купорос дистиллированной воды до однородной массы, надо будет нам отмерить 100 грамм электролита. Работать с электролитом нужно аккуратно, чтобы ничего не прожечь. Соблюдать технику безопасности. То 1 грамм. В общем, все четко, как в аптеке. Так, и снова все это дело нужно будет слегка перемешать. И, в общем, друзья, волшебная жидкость у нас готова. Сейчас будем экспериментировать. Для начала обезжирим обезжиривателем поверхность подопытного. Окунаем пассатижи в нашу чудо-волшебную жидкость. Ну вот мы видим, как часть пассатижей покрылась медью. Но вообще, по идее, чем дольше металл находится в растворе, тем у нас должен толще быть слой меди. Так, ну а на остальную часть нанесем раствор кистью.
Итак, мы видим, что ранее нанесенная медь успешно слазит без особого труда. Сразу слезает, блин. По ходу дела надо было хорошенько зачистить наждачкой перед обезжириванием. Сейчас попробуем хорошенько зачистить квадрат трубу и попробуем покрасить кисточкой. Может, ситуация изменится. Ну вот видно, где не до конца конкретно ошкурено, там получаются прорехи. А так все обедняется. В общем, перед меднением металл нужно хорошенько зачистить. Иначе вы сами видели, что получилось с пассатижами. Ну и теперь нам нужно будет нейтрализовать серную кислоту с помощью пищи. Блядь. Авария небольшая получилась. Теперь нам нужно нейтрализовать серную кислоту с помощью пищевой соды. Просто немного соды растворим в водичке. Можно в дистиллированной даже. Ничего страшного. Вот видите, пошла реакция. Идет нейтрализация. Так, сейчас нашу квадрат трубу нейтрализуем. Иначе будет ржавый налет. Будет окись. Из-за серной кислоты металл будет вступать в реакцию и будет все равно как бы ржавчинка. Небольшой ржавый налет. Поэтому надо проводить вот такую процедуру с помощью пищевой соды и водички. Ну, друзья, видите? Как бы медный слой немного держится.
Нет, нейдер спокойно стирается так же. Короче, похоже, все это туфта, друзья, обыкновенный фокус. Он с металлом никак не срастается, а просто как получается медный налет. Вот я спокойно беру ногтем. Вот такие вот дела. Так, ладно, сейчас попробуем обменить вот этот ключик. Да елки-палки, где фокус-то? Ага, вот. Так, а он, походу, никелированный. Ничего не получается с ним. Видите, как вступает в реакцию с содой электролит. Серная кислота. Так, ладно, сейчас законсервируем вот этот молоток. Видите, он со временем начинает ржаветь, когда лежит без дела. Сейчас я его хорошенько зашкурю, обезжирю. Так, ну все, теперь обезжирим. О, видите, как красиво. И нейтрализую сейчас с помощью раствора соды. Видите, спокойно все слазит сразу. То есть похоже, все это ерунда, друзья. Сейчас попробуем еще раз закинуть. Посмотрим, может, со второго раза что у нас выйдет. Обезжирим хорошенечко. С помощью галоши бензинчика. И по старой схеме. Оп. Очень симпатично выглядит, конечно, все это дело. Чтобы не содрать налет сильно. Да, поначалу выглядит очень даже эффектно. Такой интересный фокус. Кочерга долго будет у нас здесь валяться. Так, сейчас мы ее уберем. Так. Нейтрализуем. Так.
Ну, со второго раза слой получше держится, в принципе. Со второго раза держится очень даже неплохо. Смотрите сами, в первый раз как соскочило все. И сейчас довольно-таки. Ну как, он все равно стирается. В общем, все это похоже на обыкновенный химический фокус. Так, сейчас попробуем еще третий раз. Вон он уже тут до блеска весь. Наш молоточек. Ах, ну давай. Все облетает. В общем, друзья, выводы делайте сами. Сейчас мы еще попробуем. Сейчас попробуем вот эту блестящую железку с края покрасить. О, видите, как красиво получается. Ну, идеально чистая поверхность. Вот видите, получается вот такой налет небольшой, и сразу он слезает почему-то. Видите? Как мы с вами видим, образуется просто тоненькая медная пленочка. В металл она, естественно, никак не врастает, не меняется никакая кристаллическая решетка. Короче, все это обыкновенно химический фокус. Но если хорошенько зачистить и обезжирить, то можно получить довольно-таки крепко сидящий на металле слой меди. Правда, не с первого раза, но все же. Еще возможно, что бензин-галоши не важный обезжириватель, но хотя он позиционируется как обезжириватель для окрашиваемых поверхностей. Поэтому, кто что думает, обязательно пишите в комментариях. После высыхания медный слой легко сцарапывается железным предметом. В общем, где такую технологию применять, я даже ума не приложу. Кто что думает, пишите в комментариях обязательно. Короче, друзья, у меня на этом все. Эксперименты подошли к концу. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, пока!